Сигнал о происшествии поступил в пункт полиции по Демидовскому району МВД России «Вележская». На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в магазин зашли двое неизвестных в масках. Преступники были вооружены ножом и пистолетом. Угрожая физической расправой продавцу, они украли из кассы деньги и скрылись. Оперативники опросили возможных очевидцев и свидетелей, составили ориентировки. На месте преступления стражи порядка обнаружили брошенный в снег нож и боеприпасы для пневматического пистолета. Личности подозреваемых установлены. Ими оказались местные жители 27 и 18 лет. У одного из нападавших нашли шапки-балаклавы и часть похищенных денег. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи Уголовного кодекса «Разбой». Преступникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Виолетта Ефименко, Светлана Разганова, Десна ТВ.